Поселок Затобольск, улица Ленина. Сегодня вот у нас коммунальщики убирают снег с улицы. Нет, я не против, конечно. Пусть они вывозят снег. Но неужели нельзя по-человечески перекрыть улицу? Вот это вот перед моим домом ситуация. Вот здесь вот как бы посеян газон был. Здесь была растительность. Точно так же вот у соседа. Возможно, очень плохо будет видно, но здесь вот растет дерево. Почему вот так вот? Почему у нас такое халатное отношение? Почему люди додумываются до такого, чтобы проезжать по чужой клумбе? Вот они просто навалили кучу снега посреди улицы, со всех сторон, чтобы по ним невозможно проехать. То есть у меня вот такая вот ситуация. И у соседа дальше точно такая же ситуация, когда просто берут весь газон, выкатывают. То есть, если посмотреть, вот, крупицы травы, это все, что осталось от газона. И таких вот машин за день, это что за день тут, за час, сотня насчитывается. Я уже устал с каждым ругаться, чтобы сделали, как-то объехали по уму, что ли.